Сейчас мастер-классом выступает Виктор Рыжаков, профессор школы-студии Московского художественного академического театра. Он говорит о театре настоящего, будущего и его предназначении. Скоро молодые московские режиссеры, которых он привез на творческую лабораторию, уедут из Барнаула, но вернутся меньше, чем через месяц. В ДК «Гордо» 17 и 18 июля покажут спектакли «Чушь» по рассказам Виктора Астафьева и «Оттепель» Александра Володина. 23 числа в Большом праздники в форуме Шукшинском фестивале примут участие эти молодые студенты, чтобы сделать вот этот праздник еще счастливым. Для нас большая честь, что мы можем принять участие в таком празднике. Сегодня лаборатория «Новая режиссура и современная драматургия для молодежи» завершает свою работу. Последний эскиз спектакля проекта «Мой папа Питер Пен» покажут в 9 вечера. После зрителей ждет обсуждение и анкетирование. Именно они сегодня решат, какой спектакль станет лучшим. Экспертами в этом вопросе должны стать зрители первым делом. Мы предлагаем им целый веер современных, новых, горячих, как пирожки, пьес, и экспертами, то есть людьми, которые решают, что из этих пьес имеет шанс войти в историю, становятся экспертами, становятся зрители. Всего на суд зрители представили 6 историй про подростков, в основе которых пьесы молодых драматургов. Они говорят о таких проблемах переходного возраста, которые раньше никто не поднимал. И вот эта лаборатория, эта задача — найти нашего настоящего зрителя, наших подростков, нашу молодежь, привлечь в театр, говорить с ними, устроить диалог. Это необходимо. Но в лаборатории участвовали и взрослые. Каждый сумел найти себя в историях молодых режиссеров МХАТа. А те, кто подзабыл, каково быть подростком, смогли вспомнить, что это очень непросто. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.